Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Rumble Hockey. И сегодня у нас будет интересная серия, потому что, во-первых, у нас сегодня будет прокачка до 1200 рейтинга, и, во-вторых, мы будем сегодня прокачивать наших рамбликов до максимума и брать 6 уровень. Не знаю, как мы сейчас это, конечно, будем делать, не хочется прокачивать прям ненужных совсем рамбликов, но просто есть такие очень рамблики, которые не совсем нужны. К примеру, вот это вот, ну, короче, много из этого вот не нужно. Многое. Ну, енотик полезным, не спорю. Поэтому будем сейчас думать. Ну, первым делом откроем вот этот сундучок, посмотрим, что с него выпадет. Может быть, что-нибудь хорошее. Ну, как всегда, падает все ненужное. И, наверное, отправимся в бой. Мне нужно сейчас по квесту поставить волков. То есть волком побить, забить 3 гола целых. Не знаю, как мы это сделаем, но попробуем, как говорится. По поводу полезности рамбликов. Ну, наверное, стоит сердечко прокачать. Оно... Хоть как-то оно полезно. Вот реально оно хоть как-то оно полезно, при этом у него увеличилось 0,1 секунды. Капец, это... Вот это самый главный статус этого сердечка, и он длится 0,1 секунды. Вообще капец просто. Ладно, не расстраиваемся, у нас уже 150, ну почти практически, да, осталось еще 50 очков. Думаю, прокачаемся в эти штучки разные. Может, пушку все-таки прокачать. Я бы лучше магнит, наверное, прокачал бы, потому что все-таки он хоть как-то, но иногда может быть полезен. В принципе, какой-нибудь сетап, он может зайти. 300, правда, мне тоже не хочется на него тратить. Остальных ребят попрокачивать, коктейль молотого, ну, в принципе, можно, чего. Тоже полезная, конечно, штука достаточно. В принципе, его тоже можно будет закинуть в сетап против каких-нибудь лисов, против бегемотов. Он неплохо себя покажет. Давайте возьмем. Плюс, может быть, пока вы его там тоже скажут поиспользовать. Поэтому сойдет. И у нас практически уже 6 уровень. Сейчас подумаю, что еще такого докачать интересного. Ну, в принципе, можно, наверное... Блин, ну черепаху... Лучше пушку. Лучше я пушку вот эту качну. От нее хоть какая-то польза будет, в отношении черепахи. Черепаха только может все плохо сделать. И в этом есть свои особенности. И мы практически докачали. Ну, осталось немножечко. Давайте... Чем бы добить? Давайте просто... Нет, трамплин... Нет, лучше не буду качать трамплин. Вот обидно, когда нету такого огромного количества рамбликов, которых лучше прокачать. Там даже те же... Ту же курицу можно прокачать иногда. Или тоже во мамонта, или вентилятора, к примеру, который нам еще не выпал. К сожалению. Ну, ладно, давайте на палм прокачаем все. 160 прокачиваем на 7 уровень. Думаю, этого достаточно, да. И мы берем 6 уровень. Отлично, у нас теперь появляется 6 уровень. Сейчас пройдет эта штучка. Как она мне немножко бесит. Но это такое. Потрясающе. Кстати, сейчас так, вот такой вот ивент есть. То есть, опять 2 на 2. Опять... Эпический сундук, и опять его буду фармить. Я не знаю, как мы будем фармить в этот раз. В прошлый раз было все изи как-то. За полчасика его зафармил. Ну а в этот раз, мне кажется, будет вообще большая попка. Но, как говорится, посмотрим. Посмотрим, чего уж гадать. Ну и что, погнали сразу в каточку. Будем мапать 1200 рейтинга через волка. Нужно будет 3 гола им забить, я не знаю как. Он такой слабенький относительно других персонажей. К примеру, той же жабки, того же тигра, того же панды, в общем... Вот посмотрите просто на жабку, да? Жаба пошла. Просто бьет. Все. Геймплей на жабе, ребят. Геймплей на жабе. Да ёп! И геймплей на волке, да? Как контролить волка? Чекать. Самый крутой персонаж, который контролит волк. Чел, у меня есть третий крокодил, понимаешь? А, ну конечно, мой крокодил его не схватил, а его крокодил меня схватил. Понимаю, что. Ну, мы выбиваем волка, давайте закинем его. Может быть, у него что-то и получится. Ну, в скобочках нет, да? Блин, не получается волка ничего забить, ну... Это волк. Будем честны, да? Это волк, который не умеет забивать. Блин. Ну, короче, не летит у меня ничего с волка. Не знаю, стоит его вообще и кастовать, нет. Ну, у меня крокодила срикошетила и забила гол. Ну, конечно, а че нет, да? Так, сейчас вызовем волка, чтобы он пустые ворота забил, короче. Выбора другого нету. Отлично, забивает волк. Хотя бы уже на единичку квестик выполнили, уже хорошо. Я бы сказал, шикарно. Уже получается. Жалко, не забиваем. Ну, это дело такое. Жабок там пытается, кстати, забить. Давайте закинем квестика немножко, чтобы он подсобил, так сказать, немножечко. Да лол, я уже думал, сейчас залетит. Сейчас, кстати, закинем крокодила вместо... Ну почему его крокодил моего хватает? Почему не мой крокодил его хватает? Опять соединение. Я не знаю, что у меня, короче, сейчас... Ой, надо провайдера, меня чувствую.
просто такое убожище. Мне постоянно уже, именно когда я записываю видосик, начинает вот эта фигня. Просто, меня так от этого бомбит конкретно. Просто, ну ляньте, опять начинается, ну капец. Ай, надо что-то делать. Ладно, давайте скинем тигров. Просто тигр сейчас забьет гол, и мне неинтересно за это. Хотя тигр рандомный в последнее время должен. Сейчас сердечко пропадет, закинем крокодила просто. Хай он разберется с этим волком. Сам я тоже закину волком. Просто крокодилы жуют. Жуют, что дают, да, так сказать. Минус вратарь у меня. Ладно. Блин, надо победить, короче. Ладно, пофиг на эту. На волка всякого, который там у нас есть. Так, закинем сердечко и победим, наконец-то. А то я уже что-то подустал. Подустал немножечко. Развалили манубаса. Пришлось, в принципе... Ну, я хотел квестик выполнить, он, короче, не выполняется вообще никак. Сложный квестик через этого манубасового волка. Я, наверное, буду в следующий раз его... Кстати, вот, что проблема, то, что нельзя скипать квесты. Вы их можете поменять местами, но скипать нельзя. И как бы... И они, типа, остаются на следующий день. Хотя нет, вроде бы не остаются. Если вы возьмете другой квест и будете его, типа, выполнять, то вроде бы не остаются. Но это не точно. Но это не точно. У Челика есть кенгуру. Посмотрите, что он делает просто. Легендарный кенгуру, да? Какая имбища. Не дает шансов закинуть. Но он не дает шансов, потому что он против волка играет. Играл бы против какого-нибудь другого персонажа, было бы все по-другому. Кстати, волк забивает каким-то чудесным образом. Закидываем жабу, закидываем тигра. Сейчас они запинают мяч в ворота по-любому. Закинем взрывчатку сюда, чтобы от тигра избавиться. От быка тоже избавимся, наверное, с помощью пёсика. Не успел я, к сожалению, не успел забайтить. Обидно, да, очень обидно. Лист не успевает. Это я понимаю прекрасно. Вот, кстати, кенгуру, как он может забивать, да? Особенность кенгуру такая. Сделаем вот так вот. Несколько, третий крокодил все-таки против его какого-то там нубаского. Забьем второй гол. И если повезет, то еще используем, конечно. Еще одного персонажа. Такого как... Ой-ой-ой, куда ты побежал? Панда бьет. Панда, панда, панда. Ладно, давайте закинем сердечко, разберемся с этим всем. Избавились мы от лиса, кстати, на довольно побежденном... Да ладно, он нам гол забил енотом, серьезно. У меня нет слов, у меня просто нет слов. Такой везучий челик. Ну ладно, мы почти квест выполнили, это главное. Надо еще один гол забить. Давайте попробуем через крокодила сыграть. Пусть у нас крокодил уничтожит вратаря, и тогда мы волка кинем, и надеюсь, у нас что-нибудь получится. Что-нибудь хорошее. Но, походу, это слишком сложно будет, потому что у нас даже каточка. Во, нашлось. Против канадца играем с ним. Конодец. Так, понял. Сделали мы красиво. Теперь нужно закинуть просто волка в центр. Волк пошел. Волку до мяча добраться, но, наверное, это невозможно. Ну вы да разберитесь! Ой, боже, как у меня горит! Просто какой неадекват против меня попался, мне нет слов, ребят. Он, понимаете, он сердечко кидает вратаря. Он сердечко вратаря кидает, это у него ворота пустые. Что там у него в голове? Это... Что? Вы видели, он просто жабу кинул в своего персонажа, в своего, он даже не в бок ее кинул. О боже мой, какой он набитый. Ладно, проехали, давайте крокодила кидаем. После крокодила кидаем волка. Сейчас енот забьет, я буду орать. Сердечко, серьезно. Кидаем волка. Закидываем сердечко, чтобы второй, со второго раза что-то получилось. Отлично, выполнили квест на волка. Все, давайте заканчивать этим нубасом. Хорошо, у меня уже горит очаг. Очаг просто сгорел. Просто сгорел уже очаг после, от этого чувачка. Ну видели, как красивая бомбочка, да? Бомбочка, классный артефакт. Очень крутой. Так. Что нам квест? Получите 5 рамбликов в передаче. О, ну все, это, короче, не смогу так быстро выполнить. Ну, да ладно, это такое. Так, кстати, бомбочку давайте добьем. Тут немножко осталось. И погнали. О, кстати, нам уже 3 передали. Спасибо, ребята. Спасибо, бананчик. И погнали в следующую карточку. Одну сыграем, наверное. А может и 2. Посмотрим. Нам надо 1200 рейтинга добить. Блин, я сетап не поменял. Ё-моё, у меня тут бесполезный персонаж есть. Один.
Ладно, закинем сердечко, чтобы это самое. А почему это А, ну да. Так сделаем, значит. У него, кстати, этот... Ну блин. Закинем сердечко. Да ну ёп, ну... Вот почему в шайбу? Ой, у меня нет слов. Видели, чуть мяч не залетел в ворота? Просто у меня нет слов по поводу того, что... Жабка, ну пропихни, ну ты ж можешь. Ну, или нет. Или не можешь, да? Так, закинем пёсика. Пёсик, ну... Вож, началось. Просто началось. Да ну... У меня нет, опять нету слов. Ну я ж кинул. Адекватно же делаю, адекватно. Ну... Просто слов нет. И никогда, наверное, не будет по поводу... Блин, отменить. Этот волк, надо его убрать. Надо срочно волка убрать, потому что меня бесит. Закинем лучше быка. Бык хоть затащит нормально. И погнали. Вот реально, вы видели прошлую каточку? Это... Мне нет слов. Просто челик рассчитывал на то, что его вратарь даст ему пас. Он на это рассчитывал. А то, что у меня там была жаба плюс кто-то и банда, короче, или тигр. Жаба плюс тигр не смогли забить голы. У меня слов нету, кстати, я сейчас ошибаюсь, надо было кинуть жабку сначала, ну да ладно. О, блин, этот волк отсталый. Ладно, давайте все, закончим эту карту по-быстрому. Не хочу с ним драться. Не хочу просто долго этим заниматься. Закинем по-быстрому. Короче, изи просто. Не знаю, сколько это. 30 секунд я набрался. Ну, не суть. Сказал по-быстрому, значит по-быстрому. Обидно, 1200 рейки очень долго берется как-то. Прям очень долго. Я думал, побыстрее будет. Ну да ладно. Кстати, вот тигром неплохо блокировать жабу противника. В плане того, что... Нож не притянет, нет? Притянул. Понимаю. Ладно, сделаем тогда. Покажу ему, как надо правильно пользоваться сердечком. А то челик, видимо, не очень умеет. Жизнь научит, да? Жизнь научит, чувак. Хорошенько научит. А что он сделал? Зачем он кинул на быка? Блин, красиво, да? Но только я свою жабу выпнул все-таки в центр, да? А ты нет. Только мне сейчас немножко не попадает. Ну ладно, нормально. Разыграли все равно комбу. Закину я направо, потому что сейчас жаба все равно уйдет. Противника. Енота я трогать не буду. Енотика трогать не буду. Вот закинул лучше тигра. И все, победа. Опять изи, да? Опять изи. Удивительно, почему? Удивительно. Слишком сложные какие-то игры пошли, да? Просто нету прям таких жестких неадекватов, есть просто нубас. И пока что мы их выиграем. Ну это пока что. А вдруг там пойдут нормальные челики, которые будут комбинить, там все дела делать. Ну, с такими уже будет сложновато, конечно, развлекаться. Так, ну чё? Жаба пошла. Жух. Жаба имба. Давайте взорвем его тигра, просто по приколу. Чем он такой? Нет, зачем ты это сделал? Ты плохой. Все такое, да? А ну второй гол, ничего-то жаба у нас не хочет убивать. Обиделась, наверное. Блин. Я не туда панду кинул. Вот я нубас. А, давайте закинем тигра, пусть она разберется. А то мне что-то скучно. О боже мой, что он делает? Что ты делаешь, друг? Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Волка кинул, серьезно? Смотрите, ребят, чекайте, как надо кидать сердечко? Минусанул тупо двоих сразу. Правда, жаба не очень хочет добивать. Придется взрывать там все. Но это же не суть. Ну какие-то... Какие-то прям вообще слабые бои. Слабые противники попадаются. Неинтересно. Ладно, идем дальше. Кидаем тигра. Блин, я думал, он слева... Ах, я думал, короче, справа будет. Кинули тигра, пока что этого хватит. Вполне. Закинем песика, чтобы он отбил жабку подальше. Повезло, челику тупо повезло, он ударил в вратаря, мяч скатил в ворота. Ну, это везение, конечно, такое хорошее у паренька.
Крокодил он кидает, у него третий крокодил. Мы, в принципе, реализовались хорошо. Сейчас подожди, когда крокодил умрет. Закинуть панду надо. Ой, ну, точнее, тигра закинуть. Панду мы попробуем вытолкнуть чутка. На, панда уже все откинулся. Кстати, пушка неплохо дамажит, посмотрите. Пушечка дамажит неплохо, может, стоит ее даже взорвать. Или не стоит. Я хочу вот так вот сделать, не знаю почему, но что-то мне так захотелось прям сделать. И вот так вот хочу сделать еще. Да почему он в этот момент кинул? Зачем он вообще эту штуку использует? Ой, зачем я это сделал? А, не важно, короче. Не важно. Уже не важно. Ладно, пока что так остаемся. Закидываю жабу под ворота. Жаба сейчас получает пас и должна... Нет, не получилось жабу забить. Он через мясо играет. Это человек мясо. Через пушку играет. Пушка это тупо мясо, поэтому... Повезло ему, что у меня энергии не успел накопиться, я не успел кинуть ПК. Я, наверное, сейчас просто кину крокодила и все, и напомню. Вот он, видите, своего крокодила кидает, да? Почему я так не хочу делать? Сейчас сделаем так. Ну, конечно, он успел продамажить. И закинем крокодила. Вот, все, закинул крокодила. И закинем сейчас жабу под ворота, и все, этого хватит. Или нет? Должно хватить, по идее. Да, хватило, отлично. Минус вратарь. Два гола, изи. Ну, давайте закончим чем-нибудь. Тигром, наверное, закончим. Не хочу с ним долго сюсюкаться. О боже, он крокодила кинул. Как же мне достал? Как же ты меня достал, чувак? Как же ты меня достал своим крокодилом? Ты просто не представляешь. Он его по КД кидает. Ох ты, везучая морда. Ох же везучая морда. Кто ему туда паздал на жабу? Никто. Просто повезло ему, капец как. Ну да ладно, ничего страшного. Мы сейчас последнюю карточку спутаем, наверное. Обидно, если бы сейчас победил, то было бы 1200 рейтингов. Чуть-чуть обидно прям, чуть-чуть. Ну, с кем не бывает, как говорится. Ну что, последняя наша карточка, надо ее победить. Победить. Не знаю, с чем я так панду кидаю, так вообще не надо его кидать, но не суть. Боже, этот пес, он просто мяч на панду дать не может. Ну, против меня что, АФК или что? Че он себя ведет как-то странно. Какой-то странный пес. Что он делает? Что он делает? Боже, он быков. Посмотрите, что он... У меня нет слов. У меня просто нет слов. Вообще никаких. Че у него в голове? Че у тебя в голове, чувак? Ты болен? Ты болен? Наверное. Да блин, да жаба, ну почему? Вот же псина-то, а? Нате нафиг отсюда. Эх, не везет мне сейчас конкретно. Ну просто челик, ну, черепаха, ну. Да дай ты пас уже этому. Тигрик, ну блин, ну попади ты. Они просто попасть не могут друг друга, это вообще капец. О, я даже не буду ничего кидать, пусть копится энергия. Пусть напалм пройдет, я закину, блин, крокодила, пусть он уже там всех развалит, мне уже пофиг. Закину жабу под ворота. Песика закину, чтобы он пасы там раздавал. Ну, в пустые ворота хоть смогли забить, и то хорошо. Потому что этому челику, который просто играет через мясо, через... Все вот этот трэш весь, который не использует ни одну комбинацию. А зачем, да? Зачем использовать вообще комбинацию, да? Можно играть через мясо. Через мясо играть противно. На тебе в это мясо бомбочку, чтобы твое мясо развалилось просто. Закинем, конечно, песика теперь. Пусть он подсобит немножечко пантик, которого нет уже, да, закинь лама тогда. Да, вот просто понимаете, да, вот какой тайминг он соблюл сейчас, ну, короче, неважно. У меня панда вылетел, да что за фигня, ну я же... Еще... Боже, я сейчас сгорю! Мне еще гол забивает. Ладно, короче, кидаю крокодила. У меня сейчас нет слов. Если вы видели то, что сейчас произошло, вы все, и вы все прекрасно понимаете, то я думаю, у вас такие же ощущения примерно есть. Я сейчас надо было кинуть сердечко, наверное. Наконец-то жабы запихиваем. У меня просто нет слов против этого, неадеквата это. Ладно, ребятки, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. По-любому постараюсь пройти вот этот ивент. Запишу по нему видео, если пройду, конечно. Ну, а на этом все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.